В Казанском федеральном университете вручили 20-ю Казанскую премию имени Завойского среди молодых ученых. Церемония состоялась в Музее истории Казанского университета 28 сентября, день 110-летия физика. Премия была учреждена в 1997 году, когда отмечался 90-летний юбилей ученого. Первое же награждение состоялось в 1998. И тогда первым лауреатом премии имени Завойского стал Дмитрий Таюрский, который сейчас является проректором КФУ по образовательной деятельности. Очень приятно, что в этой премии, в номинациях на эту премию участвуют студенты Казани, всего города. И действительно, эта премия приобретает такой вес, статус именно городской премии, потому что участвуют студенты всего города. Ежегодно среди победителей премии сотрудники Казанского федерального университета. В этом году победителями конкурса стали сразу два молодых физика. Ассистент кафедры общей физики, младший научный сотрудник Центра квантовых технологий КФУ и сотрудник КФТИ. Работа у меня связана, экспериментальная работа, она связана с такими экзотическими объектами, как электроны на поверхности жидкого геля. На самом деле я эту работу делаю совместно с коллегами из Японского института, с Рикеном. В этот день победителей премии Завойского поздравил и почетный гость церемонии, профессор Инсбургского университета и директор Института квантовой оптики и квантовой информатики Австрийской академии наук Рудольф Грим, который в этот день провел открытую лекцию в Казанском федеральном университете. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.